Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Приехал в гости к маме и нашел свои старые альбомы с марками, которые я когда-то собирал. Я уже эти альбомы не открывал, наверное, лет 15. Альбомов на самом деле еще больше, но это... Хочу показать те, в которых хоть что-то еще более-менее сложено. Вот. В этом альбоме у меня спорт. Марки, связанные со спортом. Сейчас бегло посмотрел марки и... Даже многие не узнаю и не помню, что такие были. Иногда приятно поностальгировать. Говорю, реально уже лет 15 не заглядывал в эти альбомы. Если бы не создал канал по нумизматике, наверное, до сих пор бы и не посмотрел бы. Сейчас много хобби, иметь это довольно дорогое удовольствие. Недавно смотрел, какую цену продают марки. Порой монеты дешевле купить, чем купить какой-то набор с марками. Вот. Марки, связанные с Олимпийскими играми. Калгари 88. Как это давно было. В 88 году мне было 10 лет. Как раз где-то я с 8 лет начал собирать марки. Собирал лет до 16. Потом уже больше занялся моделизмом. Альбервилле 92. Вроде бы все недавно это было. Сейчас, сегодня, 1 января 2018 года. Уже почти 20 лет, даже больше прошло. Ну вот на этой марке спорт заканчивается. Здесь у меня техника, все, что связано с техникой. Корабли. Самолеты. Машины, паровозы. Ну, я думаю, эти марки у матерых филателистов присутствуют в коллекциях. Когда-то было мне очень интересно собирать, покупать. Родители ездили по командировкам, привозили много марок. В Киеве куплено. Раньше еще в детстве помню, и у нас в городе был магазин филателии, так и назывался филателия. Здесь все, что связано с паровозами.
Раньше мог часами рассматривать эти марки. Настолько было интересно. Но здесь когда-то кто-то смотрел, видно, и начали появляться пробелы. Перемешку. Авиация. Аэростаты. Немножко отсвечивает. Освещение темное. Приходится снимать с подсветкой телефона. В основном марки все гашеные. Есть только небольшое количество негашенных марок. Попадаются от разных наборов марки. И вот альбом. Здесь, наверное, флора и фауна. Динозавры. Животные. Животные. Коты, собаки. Вот наборы не гашеные. С животными. Такая у меня в детстве была коллекция марок. Я говорю, еще лежат два альбома. И как раньше называли, плейсера. Если я правильно выговорил. Плейсер с марками. Там у меня еще в одном альбоме бабочки. В другом альбоме. В основном растения, но там все разбросано, раскидано. Видно, племянники, дети когда-то добрались до тех альбомов. Может быть, в следующий раз покажу. На смартфоне не сильно много памяти. Я не думал снимать, не очистил флешку. Живопись. Я не помню, в этом альбоме, может, великие люди или в каком-то из тех двух, что я сегодня не покажу. Если интересно будет, я постараюсь показать эти альбомы с марками, которые у меня есть. Здесь у меня посвященная страница Второй мировой войне Великой Отечественной. А, вот великие люди, но здесь не все.
Есть, значит, и в том альбоме. Это все, что связано с Лениным. Как бы не сильно большая коллекция. Но в детстве это было, конечно, шикарно. Для 10-летнего возраста. Я считаю, это была супер коллекция. Если бы не забросил филателию, конечно, было бы сейчас намного больше всего. Но приятно, очень приятно. В 92-м году я еще, наверное, продолжал собирать марки. Но уже после 92-го вроде бы и не встречал. А, нет, есть вот 93-й год. Ну вот, друзья, такая у меня коллекция. Детская коллекция детства. Ну, на этом буду заканчивать видео. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Вообще, спасибо вам большое, друзья, то, что есть единомышленники в хобби. Очень приятно общаться, очень приятно и ваши каналы смотреть. Смотреть, что в ваших коллекциях. Спасибо вам, друзья, за все. Всех благ вам и вашим близким.